Однажды просыпаешься и понимаешь, что уже не знаешь, кто хороший, а кто плохой. Вы, агент ФБР, участвовали в секретном проекте? Не для протокола. И что вы делали? Взлом и проникновение. Связи с общественностью. Чего я только не делал. Убийство? Это не мой профиль. Дедушка! Гейб, я тут подумал. Мне пора завязывать. Нет, Трэвис, не вариант. Я был не лучшим отцом, но я хочу стать хорошим дедушкой. Натали не нужен такой, как ты. Я расследую это дело уже больше года. Правительство США убивает невинных граждан, прикрываясь защитой демократии. Кто отдает приказы? Директор ФБР. Скольких еще должны убить, чтобы вы обратили внимание? Я выхожу из игры. Ты что, забыл, на кого работаешь? Твое дело выполнять приказы. Я ухожу. Хочешь нормальной жизни? Покажи свою благодарность. Я все сказал. Где моя семья? Если я узнаю, что ты причастен к исчезновению моей внучки, охрана тебя не спасет. До конца дня тебя прикончим. Все, что я делал для тебя! Ты правда убьешь меня? Да, легко. Дедушка, а ты хороший?